автобус сборной России по хоккею чемпионата 2012 появляется в зоне нашей видимости, пункт назначения близок. И я прошу приветствовать лауреатов планетарного смотра хоккейных талантов. Волшебники двора хоккейной школы «Русь», мы начинаем! Итак, дамы и господа,
Приветствуйте чемпионов мира по хоккею 2012 года! Прямо сейчас, на этой сцене, встречайте вратари сборной России Семен Варламов! Национальной хоккейной лиги он провел, завоевал место основного голкипера и блестяще защищал ворота сборной России на мировом первенстве. Встречайте, Константин Барулин! Константин на этом чемпионате не пропустил ни одной шайбы в свои ворота от соперников, только от своих. Константин, добро пожаловать и эти аплодисменты нашим замечательным вратарям. Их коллега по амплуа Михаил Бирюков по уважительным причинам сегодня отсутствует, но тем не менее мы ему говорим огромное спасибо, ведь он провел свой отрезок на 0-40-минутный, а это дорогого стоит. Идем дальше, приветствуем капитана российской команды Илья! Сплав серебра и золота, 10 килограммов, 541 грамм счастья! И это счастье выпало нам в третий раз за последние 5 лет. Илья Никулин причастен ко всем этим свершениям. Спасибо вам, Илья, низкий поклон. Идем дальше. Защитник российской команды Евгений Бирюков! За болезни не с самого начала Евгений мог помочь своим партнерам, но тем не менее встал на ноги и своей игрой доказал, что не случайно он попал в состав этой национальной команды. Идем дальше. Дамы и господа, приветствуйте Александр Попов! Пожалуй, лучший сезон в карьере этого опытного уже нападающего. Его игра восхитила. А на этом первенстве не только болельщиков, но и специалистов. Спасибо вам большое, Александр. Продолжайте в том же духе. Встречайте! Лучший бомбардир чемпионата мира 2012, набиравший очки в каждом матче, Евгений! Здесь, как говорится, остальные комментарии излишни. Евгений, вы лучший. Ну, вы знаете. Идем дальше. Встречайте, защитник российской команды, самый жесткий представитель этого амплуа, Алексей Емелин! От его силовых приемов частенько трещали борта и ребра соперников. Но сегодня он здесь вместе с нами радуется этой большой победе. Дамы и господа, встречайте, защитник сборной России Евгений Рясинский! Знаете, иногда про арбитров принято говорить, что был незаметен, глаза не бросался, значит молодец. Для защитника это тоже применимо в какой-то мере своим шансом. Евгений воспользовался великолепно, отыграл очень надежно, без нареканий. Евгений Рясинский, добро пожаловать в команду. Дамы и господа, встречайте один из двух вашингтонских джокеров на чемпионате мира в Швеции, Финляндии, Александр Равечкин! Из солнечного Парижа Александр продолжает вести прямой репортаж о своем пребывании на российской земле. Идем дальше. Уральский волшебник. Человек, способный сделать шайбы все, одновременно жонглируя при этом банками с серной кислотой. Встречайте, Павел Дацук!
заветный герой, сказавший свое веское слово в решающих матчах на этом первенстве. А вы, господа, еще один Александр, коих пятеро набралось в составе нашей команды. Прекрасное имя, означающее в переводе с древнегреческого «защитник людей». Встречайте, Александр Семин! Успешный посетитель родной Красноярск, двукратный чемпион мира и по странному стечению обстоятельств в каждом из финальных матчей Александр отмечался дублем. Идем дальше. Дамы и господа, встречайте защитник сборной России Денис Денисов! В этом сезоне Денис преодолел значимый рубеж в карьере 50 шайб на высшем уровне. Для защитника отличный показатель и блестяще этот турнир в составе российской команды Денис Денисов провел на чемпионате мира. Приветствуйте! Идем дальше. Евгений Медведев! Была у нас стаканта команда братьев, а в этом году у нас была команда Евгениев и Александров. 6 Евгениев в составе национальной сборной. Евгений Медведев, один из них, надежнейший игрок обороны. Идем дальше. Дамы и господа, встречайте, Сергей Широков! Пробился в национальную команду через Гармила Евротуров и заслуженно надел, получил, завоевал, заслужил свою золотую медаль. Человек, ну, пожалуй, главная опора национальной команды, ее сердце, ее душа, ее характер. Встречайте, трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко! С вами Алексей, хоть в разведку за линию фронта. Еще один грозный нападающий российской команды. Встречайте, Николай Шердин! Долго не удалось ему отличиться, но Николай не терял надежды. И в самый нужный момент его заброшенная шайба очень помогла российской команде. Итак, дальше. Защитник сборной России Дмитрий Калинин! К сожалению, нелепая дисквалификация помешала ему пройти до конца весь путь с нашей командой целиком, но тем не менее это не умаляет его заслуг в этой победе. Идем дальше. Встречайте дебютанта национальной команды, одного из 10 дебютантов мировых первенств в этом сезоне, Евгений Кетов! Женя! Я ставлю тебя, смотришь! Женя! Твою мать, продукуху, блядь! Национальную команду открыто для всех. Евгений, прекрасный дебют, сразу золото. Это сильно. Как, впрочем, и ваши коллеги. Идем дальше. Дамы и господа, Александр Свитов! Главный телохранитель российской команды. Подозреваю, что хотелось ему частенько поставить на место взорвавшихся агрессоров, но в интересах дисциплины не сделал этого. Александр сдержался. Не прячьтесь за колонну, вас не видно, Александр. Все равно не спрячетесь. Итак, приветствуем Денис Кокарев! Воспитанник тверского хоккея, очень непростой период
Пришлось ему пережить, когда был там закрыт дворец спорта, продолжал тренироваться на открытом льду. Не завязал с хоккеем, в отличие от многих своих партнеров по тогдашней команде. И вот результат золота чемпионата мира Денис Кокарев. И давайте отдельно поприветствуем игроков, которые сегодня по разным, но уважительным причинам не смогли присутствовать на этой церемонии. Дамы и господа, Евгений Кузнецов! Никита Никитин! Николай Кулемин! Александр Пережогин! Ну и, конечно же, на эту сцену мы приглашаем тех, без кого этот успех был бы попросту невозможен. Тренерский штаб сборной России, победоносный тренерский штаб. Итак, встречайте, главный тренер сборной России Зенитула Билялетдинов! В роли игрока на чемпионате мира 1986 года и 10-0 в роли главного тренера российской команды 2012. Тренер сборной России Валерий Белов. Тренер сборной Игорь Никитин! Обратите внимание на молодость тренерского штаба этой сборной. Есть огромные резервы для роста и все еще впереди. Приветствуйте, тренер вратарей Владимир Мышкин! Еще один наставник российской команды Дмитрий Юшкевич, к сожалению, также отсутствует на сегодняшней церемонии. Его приветствуем отдельно, друзья. Не стесняйтесь. Идем дальше. Давай, господа. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Генеральный директор Федерации хоккея России Валерий Фисюк. И верное око стаи пресс-атташе сборной России Михаил Захаров. По-моему, даже прямо сейчас Михаил находится на посту. Итак, перед вами чемпионы мира 2012! Прошу приветствовать министра спорта Российской Федерации Валерий Мутко! Прошу прощения, я волнуюсь. Еще раз. Дамы и господа, министр спорта Виталий Лётич Мутко! В руки. Дорогие друзья, позвольте мне от вашего имени, от миллионов российских поклонников спорта, хоккея, поздравить замечательную команду с блестящей победой на чемпионате мира. Эта победа была достигнута
прекрасной игрой, самоотверженной игрой. Мы увидели нашу команду такую, какую мы помним с советских времен. Это была красная машина, которая побеждала на своем пути всех соперников. Я хочу из всей души поздравить нашу команду, пожелать им успехов и пожелать победы на Олимпиаде в Сочи. Спасибо. Слово предоставляется капитану золотой российской команды Илье Никулину. Привет, страна! Мы играли для вас и привезли этот кубок сюда, чтобы вместе отметить с вами эту победу. Мы чувствовали вашу поддержку. И когда мы увидели по интернету трансляции, как вы радовались после нашей победы, эта победа стала нам вдвойне дороже. Спасибо вам, мы с вами. Микрофону приглашается лучший бомбардир чемпионата мира 2012 Евгений. Привет, Россия! Я полностью присоединяюсь к словам Ильи Никулина. Огромное спасибо вам за эти теплые чувства, которые вы нам подарили, за эти эмоции, радости, за вашу поддержку не только сегодня, но мы знаем, много болельщиков прилетело в Швецию, в Финляндию, вы поддерживали нас, вы нашли время и прилетели за границу. И когда мы видели вашу поддержку, нам хотелось, конечно, только победы. И эта победа, наша общая победа. И я надеюсь, что это не последняя победа. Ребят, мы играем для вас, и общая победа, и мы вместе, мы сила. Спасибо. Зинтон Хайдарович, я прошу вас сказать несколько слов. Дорогие наши любители хоккея, у нас есть прекрасная возможность поблагодарить вас за то, что вы нас поддерживали, за то, что нас болели за нас. Мы это чувствовали всегда. Эти ребята сделали все для того, чтобы вы получили радость. Это победа наша общая с вами, это победа нашей страны. Спасибо. Слово предоставляется президенту Федерации хоккея России Владиславу Третьяку. Победой! Победой! С нашей общей победой! Дорогие друзья, не все так легко. Из 10 матчей 10 выиграть сегодня практически это невозможно. Поэтому давайте поаплодируем нашим героям. Самый трудный матч. Вы помните, когда мы проигрывали в Швеции, у них на родине 3-1. И команда нашла себе мужество, силу, волю, патриотизм, чтобы порадовать и сломить исход матча. И мы обыграли шведов, хотя они хамили, и судьи против нас были. Но мы 7-3 их обыграли и показали, что дисциплина бьет и дару сильную команду. И Зинатулла, наш тренер, который пришел в раздевалку, сказал: сегодня мы команда, и мы будем чемпионом, и мы ими стали. Россия, любимая, наша страна.
прошу чемпионов мира занять свои места на VIP-трибуне. Спасибо вам огромное. Этот концерт для вас, ну а группа Любэ остается и еще порадует нас своим искусством. Спасибо, наши друзья. Ну, вся страна наблюдала за вами. И на самом деле что-то случилось, случился какой-то. Да, давайте. Сейчас ребята уселись на VIP-трибуну. Фильма «Покровские ворота» не было в истории конференции связки лучше, чем «На улице идет дождь, а у нас идет концерт». Дождь едва не смыл нам саундчек и репетицию, но вот видите, распогодилась. Погода приветствует чемпионов, а мы продолжаем наш
праздничный концерт. И прямо сейчас на этой сцене еще один верный болельщик и страстный поклонник таланта российской хоккейной сборной Денис Майданов! Солнце станет холодным, как утренний лед. Если зима жарким летом вернется, и на песок белый снег упадет. Если беда, что ничем не измерить, рухнет на землю косою звеня, я буду знать все равно, что ты веришь. Я буду знать, что ты любишь меня. Я буду знать все равно, что ты веришь. Я буду знать, что ты любишь меня. Если друзья мои станут врагами и в суете продадут за пятак, я буду грызть эту землю зубами, я буду верить, что это не так. Если я буду оборван, как дервиш, и стану жить все на свете кляня, я буду знать все равно, что ты. Я буду знать, что ты любишь меня. Я буду знать все равно, что ты веришь. Я буду знать, что ты любишь меня. Спасибо, ребята, вам большое за эту победу. Спасибо тренерам, спасибо всем, кто внес свой огромный вклад в нашу великую радость всей страны. Мы знаем, что вам было ничего не жаль за эту победу. Ни труда, ни таланта, ни травм. Мы за вас болели всем сердцем, всей России. Пускай и в будущем нам всегда будет ничего не жаль за наши победы. Спасибо! Ничего не жаль, ни штыков, ни роз. Если
Спасибо, ну и сегодня нужно обязательно спеть еще одну песню. Песня о возвращении домой. Вы были там, а мы вас здесь ждали. Ждали с этим кубком, с этой победой. Спасибо вам большое за то, что вы с победы вернулись домой. Вернулись к нам. Россия, встречаем победителей своих! Я возвращаюсь домой! Если твой телефон промолчит, не согрев тепло.
быть простым, я возвращаюсь домой. Возвращаюсь домой. Где нет тысячи слов, есть любовь и звезда во мне. Я возвращаюсь домой. Возвращаюсь домой. Километры кружат, даже если душа в огне. Я возвращаюсь домой. Денис Вайданов, приветствую! Ну что же, дорогие друзья, в этот праздничный день нельзя не отметить тех людей, чей вклад в эту победу никаким образом нельзя недооценить. Речь, конечно же, идет о самых близких, родителях, женах, детях и других членах семей хоккеистов. Такова, увы, специфика спортивной жизни, что очень часто им приходится находиться в разлуке с любимыми, быть, так сказать, вне зоны доступа. Поэтому прошу вас поаплодировать этим сильным людям, которые обеспечивают нашим ледовым воинам надежный тыл. Эти аплодисменты для вас. И прямо сейчас на этой сцене группа «Город 312». Встречаем! Здравствуйте! От всего нашего коллектива поздравляем вас вот с тем, что вы даете нам понять, что такое на самом деле патриотизм. И понятно, что для того, чтобы добиваться таких результатов, надо много находиться на тренировках, по другим городам, странам ездить, не забывайте о близких и родных. Всегда будьте для них в зоне доступа. Для вас песня. Доступа мы вне зоны доступа.
местоположение от всех. Незримые за полосой помех. Вне зоны доступа мы не опознаны. Вне зоны доступа мы дышим воздухом. Вне зоны доступа вполне осознанно. Вне зоны доступа мы. Ну и мы подумали, какую можно такую вторую песню спеть, чтобы уж еще больше поднять дух не только всех тех, кто сейчас вот позади сцены, вокруг сцены, а и ваш, на будущие победы. С огромной благодарностью к вам песня «Небо в алмазах».
спасибо большое! Спасибо вам большое! Низкий поклон! Это была группа «Город 312». Всемирно известный коллектив «Террора 21 века». Встречайте! Bye.
gira, si gira, quando ti vede passare, passare. Oh, sente più che c'è il freno, c'è il freno, senza perna guardare. Brasile, figlio!
Тенора 21 века! I've paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. Yeah.
чемпионов мира по хоккею 2012, сборная России с чемпионским кубком! Семен Варламов, Константин Барулин, Михаил Бирюков, Илья Никулин, Евгений Бирюков, Александр Попов, Евгений Малкин, Александр Пережогин, Алексей Емелин, Евгений Рясинский, Александр Овечкин, Павел Дацук, Александр Семин, Денис Денисов, Евгений Медведев, Сергей Широков, Алексей Терещенко, Николай Жергев, Дмитрий Калинин, Евгений Кетов, Александр Свитов, Денис Кокарев, Евгений Кузнецов, Никита Никитин, Александр Пережогин, Михаил Бирюков. Главный тренер сборной России Зенит Улавин Литинов. Тренеры Валерий Белов, Игорь Никитин, Владимир Мышкин. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, генеральный директор Валерий Цвисюк, пресс-атташе сборной Михаил Захаров. Приветствуйте лучшую хоккейную команду мира! Спасибо нашей сборной за эту замечательную...